вдохновила на работу. И так, кстати, в стрит-арте так и бывает. Тюль скомкать, и будут такие складочки дополнительные. Вот, и это придаст дополнительных складок, помимо тех, которые уже есть. Тоже люблю кошек и, в принципе, специализируюсь на них. А в особенности лысых, потому что у меня тоже лысая кошка дома. Мы хотим сделать все так максимально мило и с юмором, наверное, чтобы это никого не пугало. То есть такой скорее пустёк над этой темой, в общем-то, достаточно серьезно.